за прошлый год закрыла три звания. Три звания за один год бриллиантовый директор. Она владелец одного из лучших СПО в Египте. Она вошла в топ-15 Египта и скоро собирается войти в топ-15 Африки. Давайте встретим спикера на этой сцене. Встречайте, Марва Саид! Мне очень приятно быть сегодня здесь с вами. Меня зовут Марва Саид. Я бриллиантовый директор Oriflame. Свое первое звание старшего менеджера я закрыла в июле 2011 года. بعد حوالي 6 شهور من دخولي Oriflame حققت لقب دايركتور في 2011. Уже через 6 месяцев после того, как я пришла в Oriflame, я стала директором. В 2013 году я стала золотым директором. В августе 2014 года я закрыла сразу два звания. Я стала золотым, старшим золотым директором и сапфировым директором. В апреле 2015 года я закрыла звание бриллиантового директора. И в октябре 2015 года, я очень на это надеюсь, я стану старшим бриллиантовым директором. Моя мечта — это войти в топ-15 Африки. И в перспективе стать номером один в мире. Мою миссию я вижу в том же, такой же, как и миссию Oriflame. Это осуществлять мечты людей. Я использую при этом следующее средство. Я